чего же смело тиранорекс? С любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой милой, ну а Пинга шустро мы зовем. Если где-то оказались малыши в беде, то им поможет команда Дина. Непременно всех спасут в небе и в воде, выручат нас, ведь это же Дина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лучше нас команды нет, вы запоминайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эй, Дина, встречайте! Да чего же смело тиранорекс? С любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой. Команда Дино. Великое извержение вулкана. Часть первая. А? Это серьезная проблема. Что случилось? Там вулкан. На севере острова произошло землетрясение. Что, правда? А я не почувствовала. Это произошло настолько глубоко, что мы ничего не почувствовали. Хорошо, что нас не коснулось. Только вот это землетрясение вызвало другую проблему. Это какую? Извержение. Извержение? Ну да. Судя по случившемуся сегодня землетрясению, извержение произойдет через 3 часа. Что? Это катастрофа. Но как же все динозавры? Это и будет наша миссия. Мы все спасем динозавров. Всех динозавров? Да, нужно найти всех, кто тут живет, и отвезти в безопасное место за 3 часа. Но где безопасно во время извержения вулкана? К счастью, я нашел такое место. Вот этот остров. Этот остров — безопасное место. Что ж, мы начнем спасательную миссию прямо сейчас. Пинг! Трансформация! Истребитель! Вики! Трансформация! Моторная лодка! Том! Трансформация! Мощный бульдозер! Рекс! Трансформация! Гоночная машина! Поки! Трансформация! Экскаватор! Команда Дино! Вперед! Мистер Церодактиль! Будет извержение! Вам нужно эвакуироваться! Что-что? Вулкан извергается? Нужно вернуться в гнездо за детьми! Быстрее, пока он не начал! У меня очень мало времени! В океане будет опасно, когда начнется извержение. Нужно предупредить морских жителей. Добрый день. Здравствуйте. Мое почтение. Мистер Орто! Привет. Мистер Орто! Привет, Вики. Орто, вулкан будет извергаться. В океане будет опасно. Плывите в дальние воды. Что? Извергаться? Катастрофа. Может, я могу чем-то помочь? Да. Встретите кого-то, говорите им, пусть спасаются. Да, хорошо. Эй, слушайте, вулкан извергается. Эвакуируйтесь в дальние воды. Уплывайте подальше отсюда. Я должен бежать. Нужно еще посмотреть, чтобы никого не осталось. Мое почтение, вулкан будет извергаться. Чуть не врезался. Что это за стена такая?
Кто тут? Кто тревожит меня? Послушай, Тичу, не время спать, все в опасности. Потом. Еще 5 минуточек. Что же делать? Извержение вулкана! Что? Будет извержение? Всем проснуться, скоро извержение. Все идите на пляж. Хорошо. Трицератопсы. Идите в долину бронтозавров. Локи, я ускоряюсь. Не бегай и пристегнись. Локи? Д2, а где же Локи? Нужно рассказать динозаврам. Где-то поблизости тут тираннозавры. Да, тираннозавры живут в той пещере. Локи, ты-то здесь зачем? Пришел помочь вам. Ты полезен, когда тебя нет рядом. Вулкан будет извергаться. Все идите на пляж. Большой страшный вулкан. Большой страшный вулкан. Нет ничего страшнее тираннозавра. Мы тираннозавры, большие хищники. Мы-то не боимся вулкана. Если вулкан проснется, то даже вы не спасетесь. Сюда прилетят огненные шары. Если они прилетят, я их прибью. Мой тираннохвост их прибьет. Тиранодедушка! Привет, Локи. Почему ты такой серьезный сегодня? Будет извержение. Нужно скорее идти на пляж. Но они не слушают. Извержение – ужасные новости. Да. Мы тираннозавры, мы ничего не боимся. Мы никогда не бежим. О, да. Я видел гигантозавра, и он назвал нас трусами, а гигантозавров – самыми главными хищниками. Чего? Где этот гигантозавр? Вроде был на пляже. Вперед! Проучим-ка его! Да, проучим! Дедушка, а там правда был гигантозавр? Не было. Дедушка, и ты тоже иди на пляж. Конечно. Вот только заберу сначала кое-что из своей пещеры. Так, давай теперь расскажем всем остальным. Приветствую вас. Здравствуйте. Привет, профессор. Послушайте меня. Через пару часов вулкан начнет извергаться. Вы должны пойти в безопасное место. Нам нужно уйти из долины? Но это же наш дом. Мы долго искали это место. Он еще так молод. Мы не можем просто уйти. Но вулкан это все уничтожит. Нужно предупредить динозавра в болоте. Вон там, Димитродон. Вулкан извергается! Все скорее спускайтесь на пляж! Что? Нужно уходить! Да. Мия, спасибо! Другие динозавры живут тут в воде? Кто тут шумит? Хорошо, что вы здесь! Уходите! Уходить? Вулкан будет извергаться! Все эвакуируются на пляж! Нет! Мы не пойдем. Они все врут. Хотят выгнать нас из болота и забрать его себе. Но это же нелепо. Будет извержение. Думает, что мы глупцы. Ну да, да. Что же мне делать? Точно. Эй, малыши, команда Дина сказала вам всем сюда прийти. Ну да. Беспорядок. Нужен кто-то постарше. Ты что, главный? Да. Где тот гигантозавр? Тут нет гигантозавров. Что? Эй, все боятся извержения вулкана. Почему бы вам не направиться в ту сторону? Что? Как ты смеешь говорить вот так? А ну-ка повтори. О, хочешь драться? С самым большим травоядным? Не деритесь! Вы что, не понимаете? Маленькие динозавры могут пострадать! Ха! Глупый динозавр! Стоп! Сейчас не время для драки! Что?
Что он там делает? Итак, я разделил территорию. Большие хищники идут туда. Маленькие хищники вот сюда. Большие травоядные будут здесь, а маленькие травоядные вот здесь. О, это отличная идея. Эй, добразухи, хотите попробовать? Ух ты, что это такое? Так вкусно. Не пробовал ничего вкуснее в жизни. Пойдемте, я дам больше печенья. Ух ты, Поки, ты большой молодец. Да? Слушайте меня все! Скоро вулкан начнет извержение. Нужно быстрее перебраться на остров вон туда! Что? Ну что ж. Всем привет! Давайте споем песенку про динозавров! Двуногий динозавр прыгает, а с четырьмя ногами топает. Ест только листья травоядный динозавр. Другой, если любит мясо, значит хищник он. В юрские это были тропики, погода менялась в меловой. Главный зверь был динозавр, огромным он стал мезозой. Двуногий динозавр прыгает, а с четырьмя ногами топает. Есть только листья, травоядный динозавр. Другой же хищник, и он любит мясо. Двуногий динозавр прыгает, а с четырьмя ногами топает. Красив и уникален каждый из них. Как удивителен мир динозавров наш! Великое извержение вулкана. Часть вторая. Что же с ним? Не волнуйтесь, у нас есть план. Д2? Мы перевезем всех динозавров на динобазе. Но, профессор, на базе всем не хватит места. Мы попросим хороших друзей помочь расположить оставшихся динозавров. Неужели есть животные еще крупнее динозавров? Да, вот посмотрите. Это что, кит? Ну да, киты очень большие. Они могут нести динозавра на своей спине. Но где же нам взять так много китов? Они здесь. Ну что ж, давайте осторожно переправим динозавров на китов по одному. Понял. Вперед. Ну что, все готовы? Да, все! Тогда все в дорогу. Я рада, что динозавры в безопасности. Да. Вулкан начал извергаться. Мама, мы теперь в безопасности. Ну да, очень повезло, что Дино помогли нам. Ого, это самое большое животное. Ну да. А еще у кита на спине дыра, и он ею дышит. Где? Где это? Где? Сюда, ребята! Он ей дышит? Мистер Кит, покажите! Спасибо! До свидания! Пока! Вы их посчитали?
О, нет! Тирана дедушки нет! Как нет? Я же сказал ему убегать! Но его тут нет! Я его не нашел! Стойте! Стойте! Не видели тирана дедушку? Я видел, как он был на верхушке дерева! Там, рядом с пещерой! О, нет! Он что, там остался? Я отправлюсь за ним! Но ведь... Не бойтесь! Мы же команда Дина! Команда Дина, вперед! Пинг! Трансформация! Вики, трансформация! Там трансформация! Ха! Рекс, трансформация! Извержение скоро начнется. Тогда надо поскорее найти тирана дедушку. Да! Тирана дедушка! Ох, дедуль, ты в порядке? Что ты тут делаешь? Ой-ой-ой. Ударился, пытаясь спасти яйцо, которое оставили на дереве. Дедушка, ты повредил ногу? Я упал, когда спускался. Ну что ж, я помогу. Спасибо. Ты можешь идти? Все хорошо? Вряд ли он сможет идти. Что же делать? Сейчас. Эй, поосторожней! Чуть не раздавили меня. О, извините. Большие динозавры, смотрите под ноги. Не наступайте на тех, кто меньше. Уходите! Уходите. Наша зона. Уходи, наша зона, не заходи на нее. Все вон. Что ты делаешь? Мы должны держаться вместе до конца извержения вулкана. Мы должны поддерживать других. Мы не хотим общаться с другими. Правда? Хорошо. Больше никакого динопечения. Ну нет, так несправедливо. Тогда перестаньте обижать маленьких. Ладно, не будем. Та-дам! Здорово, Том! Эй, Рекс, я пойду к мистеру Киту. Спрошу его, поможет ли он. Спроси его, сможет он подождать нас там. Мы тут разберемся. Хорошо, до встречи. Я тяжелый. Ничего, я же тоже тиранозавр. Я трицератопс, так что тоже сильный. Я в хороших руках. Ну, а я... Ты очень быстрый. Верно. О, вылупился. Правда? Ой, какой милый. Но он выглядит уж очень знакомым. Это Диморфодон. Его родители должно быть в панике. Мы потеряли яйцо. Я-то думал, мы его взяли. О, нет. А где гнездо? На дереве. То, что рядом с пещерой тиранозавров. Сейчас я спрошу у команды. Профессор, мы вернулись на остров за тиранодедушкой. Скажите диморфодонам, чтобы не волновались. Мы нашли на острове их малыша. Здорово! Вы слышали? Ваш малыш у Дина. Волноваться не о чем. Он вернется. Ух!
О, нет, тележка! Лечу! Где ты, Пинк? Забери малыша! Я сейчас! Пинк, позаботься о малыше. Не волнуйтесь! Том, садись вперед, расчисти нам путь! Понял! Неплохая поездочка. Да, так быстро. Эй, Рекс, впереди обрыв. Так, моя очередь. Запускаю двигатель. Быстрый путь не всегда самый безопасный. Ну да. Нам надо поторопиться. Не знал, что он такой большой. Раньше не видел китов. Да, в море так много интересных существ. Да, я уж вижу. О, мой малыш. 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 Какое счастье. Спасибо большое. Вы спасли малыша. Не за что. Мы были рады. Я голоден. Давайте теперь устроим вечеринку в честь спасения. Хорошая мысль. Давайте поедим, ведь все проголодались. А я все приготовлю. Нужно будет очень много еды. А мы тебе поможем. Время праздновать! Велоцирапторы помогают друг другу. О, да. Профессор? О, уже собрались исследовать? Локи вас услышит. Профессор, мы не хотим, чтобы Локи узнал. Ладно, поторопитесь. Братишка! Ой, скоро вернемся! Эй, я тоже хочу! Я тоже! Локи, не хочешь поздороваться с командой А? С командой А? Ну да. Д2. Привет, профессор! Привет. Как ваши дела? Ого! Вы команда, которая теперь тоже с нами, да? Да. О, это так здорово! Можете тушить огонь, можете плавать и летать, а вы можете, например... Ого, огромные камни! Ого, правда большие! Что это? Я видел искру. Угу.
Эти камни могут развести огонь. Ого, это круто. Давайте покажем их нашим друзьям. Да, здорово, давай покажем. Какой тяжелый. Не могу его сдвинуть. Тогда попробуем вместе. Ого, намного легче толкать его вместе. Точно. Вело, давай тоже катить вместе. Вместе? Ну уж нет. Я могу сделать все самостоятельно. Мне не нужна помощь, потому что я могу сделать это сам. Правда? Знаешь что? Тогда толкай его сам, а мы будем толкать втроем. Вперед! Искры возникают, когда камни сталкиваются. Да. И раз. Мне не нужна помощь. Разве он такой тяжелый? Привет. Кажется, тяжелый. Тебе нужна помощь? Нет, мне не нужна помощь. Я сам справлюсь. Правда? Мы не встречались раньше. Я Рекс, а тебя как зовут? Слишком тяжелый, давай! Профессор! Мы встретили нового динозавра! О, мы не встречали таких. Дай мне взглянуть. Д2, энциклопедию динозавров. Это велоцираптор. Он небольшой, но ловкий охотник, который охотится с помощью серповидных когтей. Ого! Так он хищник. Верно. Хищник, который ходит на двух ногах. Его ступни не обращены вниз, поэтому он не может удержать тяжелые предметы. Похоже на правду. Эй, Рекс, обернись! Там много дыма, посмотри! Много дыма? О, нет! Огонь! Там огонь! Мы катили два камня вместе! И камни столкнулись друг с другом. И начался пожар! Что нам делать? О, нет! Команда Дино! Вперед! Пинк! Трансформация! Я Пинк! Самый ловкий птерозавр! Вики! Трансформация! Я Вики! Милый брахиозавр! Том! Трансформация! Я Том! Самый сильный трицератопс! Хей! Рекс! Трансформация! Я Рекс! Самый смелый тиранозавр! Поки! Трансформация! Я Поки! Брантозавр! Рекс? Ну ладно, теперь моя очередь. Подожди, мы отвезем тебя в укрытие, хорошо? Спасибо, Пинк! Рекс, очень много динозавров ранено. Что нам делать? Этот огонь никак не утихает. Нам не справиться самим.
Профессор! Мы не потушим его сами. Что нам делать? Что нам делать? А, профессор, мы можем позвать команду А? О, да. Я попрошу их помочь. Д2. Вперед, команда А! Вперед! Бэри! Трансформация! Я Бэри! Паразауролоп, который спасает раненых! Шторм! Трансформация! Я Шторм! Я сильный стегозавр, который таскает тяжести. Анки, трансформация! Я Анки! Капитан команды А! Анкилозавр пожарный! Привет, я Анки. Мы поможем вам тушить огонь. Хорошо, Том, давай еще попробуем. Да, ладно. Шторм, ты готов? Да, я готов. Я начинаю. Я Перри. Рада встрече. Привет, Перри. Спасибо большое за помощь. Помогать друг другу решать проблемы – это же так здорово. Огонь наконец потух! И вся благодаря команде А! Спасибо большое! Да не за что! Рад, что все получилось! Теперь, когда все закончилось, давайте я нас представлю! Я лидер команды А, Анки! Привет! Я Шторм! Я помогу потушить огонь с воздуха! Я Перри! Я перевезу ваших друзей в убежище и помогу их вылечить! О, ты Макс! Рад познакомиться! Мы рады! И мы тоже рады. Сегодня я понял, как важна командная работа. Теперь я буду помогать своим друзьям и буду с ними заодно. Всем привет! Давайте споем песенку про динозавров. Тяжести двигать я хотел бы, как ни стараюсь, не выходит. Когти большие мне мешают, но если вместе мы все по плечу. Хоть и мал я, но я очень быстрый, мы на охоту ходим вместе. Быстро очень мы нападаем, мы велоцирапторы, мы мясо лишь едим. Когти мои похожи на серп, многие крюками называть их любят, но мне когтям не помешать. Догоняю даже я больших динозавров. Бегать могу быстрее всех и прыгать. Когти с добычей мне помогают. Пусть небольшой я, но проворный. Мы велоцирапторы, мы самый лучший вид. Ужасный диаблоцератопс. Ай!
Снова этот шум. Думаю, он от станции управления. Опять этот шум. Пойду проверю. Привет! Никого? Это здесь! Я нашел! Какой-то монстр живет в двери! Да нет, думаю, эта дверь износилась. Нужно поставить новую? Нет, это легко исправить. Как? Вот так получше. Ого, ты был прав. Так тихо и приятно. Том, ты такой мастер. Диа, смотри, там трицератопс. Давай его напугаем. Это идея. На помощь, я застрял в лианах. Что происходит? Мы здесь, за этими кустами. Что? Я помогу вам. Что такое? Вы плачете? Испугался. Испугался. Монстр! Он сказал монстр. Так весело всех пугать, правда, Диа? Мы лучшие динозавры. Кто-то идет сюда. Думаешь, это здесь, Пинк? Да, я же слышал шум отсюда. Куда они делись? Разделимся и поищем. Один, два, три. Монстр! Это просто большие динозавры. Теперь понял. Понял что? Их мы раньше и слышали. Вы те, кто напугал динозавров, да? Эй, а почему вы нас не испугались? Потому что мы храбрые Дина. Не весело. Профессор! Вики, как идет исследование? Мы нашли друзей. Это Диа и Бло. О, это диаблоцератопсы. Диаблоцератопсы? Похожи на трицератопсов. У них тоже рога на голове. И у них воротник на голове. Да, Д2, покажи энциклопедию динозавров. Диаблоцератопсы – травоядные позднего мелового периода. Диабло – это дьявол на испанском. Их так назвали, потому что рога похожи на дьявольские. Ого, я не знал, что мое имя такое страшное. Ну и что? Я вас все равно не боюсь. Только ты не боишься. Пинк, они не такие страшные, да? Да уж, их воротники как глаза. Что, я не страшный? Хватит дразнить меня! Зачем вы притворяетесь монстрами? Это так весело! Да, это самое веселое! Пугать друзей – это плохо! Никто не будет вас любить! Неважно! Нам никто не нужен! Прошу, не пугайте больше никого, ладно? Ну, ладно. Диа, скучно! Мы никого не пугаем! Давай напугаем кого-нибудь! Вон, там диморфодон. Я напугаю его. На помощь! Я застрял в дереве. Что случилось? На помощь! Большие головы застряли в дереве. Да, ты можешь мне помочь? Ну, конечно. Ах!
Мы его напугали. Что это, крылья, да? Это не крылья, это воротник. Воротник? Да, это как большой щит. И у нас страшные рога. Угу, мы меряемся с силой с их помощью. Ой, здорово! И кто из вас сильнее? Я не знаю. Мы не сражаемся друг с другом. А почему бы сейчас не проверить? А я буду судьей. Итак, 1, 2, 3. Стой! А? Что не так? Наши рога запутались! Что? Нам не выбраться! Я позову на помощь! Кто же может помочь? А? Дина, исследователи! Бло, я сказал направо. Диа, я и повернул направо. Я вижу там кого-то. Три, наши рога запутались. Ты поможешь нам? Нет, вы опять меня напугаете. Нет, в этот раз правда. Я не верю. Три, не уходи. Стой, там Стега. Стега, помоги нам. Вы тренируетесь? Нет, наши рога запутались. Ты поможешь нам? Вы опять будете меня пугать? Забудьте. Нет, не будем, не будем. Помогите! Что такое? Вы снова врете? Я не верю. Нет. Кто-нибудь есть? Помогите нам. Почему никто нам не верит? Эй! Дима, давно не виделись. Братья Диаблоцератопсы в беде. Диаблоцератопсы? Те, кого Пинг боялся. Да-да, их рога запутались. Давайте поможем им. Команда Дина, вперед! Пинг, трансформация! Я Пинг. Самый ловкий птерозавр. Ники, трансформация! Я Вики. Милый брахиозавр. Том, трансформация! Я Том. Самый сильный трицератопс! Ха! Рекс, трансформация! Я Рекс! Самый смелый тиранозавр! Бло, почему нам никто не поможет? Все нас ненавидят! Не бойтесь, мы поможем! Спасибо. Готовы? 1, 2, 3. Тяните! Стоп, стоп, стоп! Наши рога сломаются! Это не сработало! Я не хочу жить без рогов. Я тоже не хочу. Том, попробуем по-другому. Да, точно! Масло скользкое, рога выскользнут. Да, точно так же, как и с дверью. Где, Бло? Мы будем тянуть вас снова. Мы свободны. Мы свободны. С вами все хорошо? Думал, мы в серьезной беде. Спасибо вам. Вы говорили, что не будете пугать динозавров. Вы должны помогать другим. Мы не будем никого больше пугать. Правда, теперь мы будем добры ко всем. Всем привет. Давайте споем песенку про динозавров. На чудище большое я похожу.
Мои рога пугают многих вокруг. Я прячусь за скалой, чтобы вас пугать. Я притворяюсь, что я злой динозавр. Но не бойся ты меня, ведь совсем я мясо не ем. Не судите по морде вы меня, Диаблоцератопс я. На чудище большое я похожу. Мои рога пугают многих вокруг. Я прячусь за скалой и вас иногда пугаю. Я притворяюсь грозным динозавром. Мои рога внушают многим страх, но вовсе не опасные они. И вас не собираюсь я пугать. Я дружелюбный ваш Диаблоцератопс. Озвучено по заказу CLS Media в 2020 году. Эй, изучаем!